Пермский мясокомбинат и сеть магазинов «Семья» проводят акцию «Завтрак отличника». 2, 8 и 9 сентября приходите в магазины «Семья» по адресам: улица Светлогорская, 22, Героев Хасана, 34, Мира, 41/1. Участвуйте в конкурсе на лучший бутерброд и получайте подарки. Главный приз – нетбук. Подробности на сайте семья.перм.ру. Спонсор рубрики «Что есть?» – Пермский мясокомбинат. Производитель вкусной и качественной продукции. Пермский мясокомбинат. Для своих стараемся. Расставить все точки над «ё» в кулинарном вопросе проще простого. Пусть мед сегодня все чаще пишут как мед, это не медицинское сокращение. Это наше сладкое все. И все за, даже если мед едят раз от разу, какой придется или какой удалось купить. Однако нынче не о правильности медовых покупок пойдет речь. Здравствуйте, дорогие друзья! Нынче у нас медом намазано. Будет? И этим все сказано. Даже если учитывать только кухонный фразеологизм или метафору, называйте как хотите, медом намазано, с одной стороны, явная опасность для летучей прозрачно-крылой братьи. Откуда наверняка и взялся данный оборот. Окунешься в сладкую лужицу, уже никуда не улетишь, но с другой стороны, иносказательно, берите шире. Если медом намазано, уже нет никакой силы проигнорировать и остаться равнодушным. Влечет туда неудержимо, а потом никуда не отпускает. Коварно, сладко, липко, вкусно. И на этом все, пожалуй, об устойчивых кулинарных выражениях. Далее, по сути, кулинарная терминология. Сдобрить, украсить, усовершенствовать медом – это, конечно, не просто ложкой в банке поорудовать. Это, как напрашивается само собой, приготовить соус на медовой основе. И соусов этих в мировой гастрономической практике великое множество. Медовый с горчицей и тимьяном – к овощам, особенно к картошке, с йогуртами, орехами – ко фруктовым салатам, с чесноком и помидорами – к барбекю, ах, да, еще с имбирем тоже, может быть, к жареному мясу. Мед и шоколад – к мороженому. Мед и красное вино – к дичи. А вот мед и соевый соус – замечательная ароматная добавка к сосискам, которые, как и договаривались, медом и не только намазали. Получилось удивительно. Сосиски с медом и кунжутом. Соединить мед с соевым соусом. Смазать этой смесью сосиски сливочной торговой марки «Пермский мясокомбинат». Выложить на противень, присыпать кунжутом, запекать 6-8 минут. Подавать с салатом из зелени и овощей. Салат, кстати говоря, тоже можно заправить медовым соусом, ну, скажем, со сметаной и черным молотым перцем. Однако уже будет перебор со сладким. Давайте обратимся к основательным компонентам. Сосиски сливочные торговой марки «Пермский мясокомбинат» – новинка, выпущенная в мае этого года. Они обладают нежной консистенцией и приятным сладко-сливочным вкусом за счет включения в состав натурального сливочного масла. Сосиски сливочные, вкусные и сочные. «Пермский мясокомбинат» для своих старается. Удачи вам и приятного аппетита! С вами была Жанна Соловьева. До свидания.